нас каждый год замечательные встречи с болельщиками проходят, что в начале сезона, что в конце. Сейчас есть такой прекрасный повод, как отметить чемпионство. Я уже сказал большое спасибо болельщикам, которые верили в нас, поддерживали на протяжении всего сезона. И это такая наша обратная связь, обратная благодарность за то, что они были с нами. Первый главный спектр, то, что ребенок увидел, первое чемпионство. Первое чемпионство увидел. Помог с этим Андреас Пистиолис, сказал все, как делать, кому над чем работать. И так мы и выиграли первое место. It's great to see everybody. It's great to see happy faces, smiling faces. Yeah, I wasn't expecting a lot of people to be here, but it was a good outcome. And it feels better when knowing that we are champions and they're still here to support us. I am very happy. I'm very grateful for everyone coming here and spending the time to get my autograph. I'm just mad that we lost game 4. Я особенно в полуфинальной серии от взлетов эмоций до падений, когда сначала мы крупно выиграли, потом крупно проиграли, потом снова. И эмоции были, они самые разнообразные были, но была уверенность, что мы сможем дойти до финала и что мы сможем выиграть в финале. Пятую я смотрел в Челси, смотрите у меня на канале, там эмоции просто забрызгали всех. Последняя игра – это взрыв эмоций, радость и немножко грусть, потому что сезон закончился. И теперь мы, получается, увидимся только в сентябре, вот. Но все-таки радость от того, что мы взяли кубок, нивелирует все. Мы верили в каждую игру, пускай что-то не получалось, но мы знали, что возьмут. Заслужили в этом году, должны были взять, и они взяли. Я горжусь за наших ребят, они просто супер, они молодцы. Тем более у нас счет получился 4-1. Я считаю, мы лучшие. После... И ЦСКА всегда будет первым. Самый лучший и первый всегда. Первый матч в финал. Когда нас смогли все же отыграться с минус 4. Просто мало белиссимо. Я был на седьмом небе. Просто орал, как просто сумасшедший. Думаете о номере 6? Самый прекрасный номер, который может быть на Outfindle, Transfer Card. Melo, they go twice. They go in a row. Самый лучший игрок, самый красивый. Melo, she is the first kid who continued our trend. Я сказала CSKA Garden number 6 Melo. Hello. Да ладно. Он не услышал, потому что он своих AirPods. Спасибо. I need these. Пока не смотрел. Там зайка. Идете данк с Самсоном? Да, я сейчас хочу заблокировать его. Он уже будет бросать в кольцо. А я, значит, стою на, вот сюда, на этот, на столик. Я просто сидя блокирую. Тогда у вас есть шанс, я думаю. Какие можете у Александра сильные стороны отметить? Бойцовские качества. Можете, пожалуйста, вот отметить лучшие качества вашего оператора? Ну, как вы считаете, какие? Он задает вообще хорошие вопросы, когда берет интервью игроков? Ну, не могу ответить, потому а мы что... тоже не можем на это ответить. Да, сегодня... Но улыбка у него хорошая. Ну, хоть а-а-а. Что-то. Откуда у вас такой стильный бомбер, рассказывайте. Самодельный, скажем так. Ну вот ты самый раритетный, скажем так, медаль.
Ну, не Hot Wheels у меня. У меня такая большая есть. Ух ты! Нет, ну не настоящая, а у меня как прям коллекционная есть. Скажите, пожалуйста, что у вас Топковича лучше всех получается на площадке? Заводить эмоционально, второй после Саймона. Ну, еще неопытный маленький. Нет, это чисто саймонская штука, не моя. Все на свете было не зря, не напрасно было. Не пришло, и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом. Кто-то ждет, все снесет, как бы жизнь не била. Собрались, пообщались, поздравили друг друга, расписались. Все, можете переехать отдыхать. Большое спасибо болельщикам, которые и пришли сегодня, и те, кто даже не пришел, но отчаянно поддерживали нас в течение всего сезона, будь то игры в Москве или где-то на выезде. Им большое спасибо. Я знаю, что для всех наших болельщиков то, что Кубок вернулся в Москву, это очень важно, приятно. Это, правда, такой счастливый день и для команды, и для ее болельщиков. ЦСКА всегда будет первым! ЦСКА всегда будет первым!